Небольшая разминка, водный инструктаж и 30 сотрудников МЭС-Урала и Свердловского предприятия МЭС, не испугавшиеся августовского зноя цифры 13 в дате поездки, впервые отправляются в велопоход к знаменитому уральскому местечку Чертово Городище. А мы уже вовсю готовы к челленджу, к самому большому поискашной жизни нашей, так что все будет хорошо. Неведомый маршрут, дорога, уходящая в горы, велогонки, порой превращающиеся в трофи, километры лесного массива и палящее солнце нисколько не мешают энергетикам крутить педали и наслаждаться прогулкой. Сегодня обычный велопробег превратился в энергетический, ведь наш путь проходит вдоль линии электропередачи. 50 километров пути, несколько часов по дороге, засыпанной гравием. И велосипедисты, сотрудники МЭС Урала и Свердловского предприятия МЭС наконец-то достигнут конечной точки своего маршрута – Чертово Городище. А потом лежит долгий путь обратно. Небольшая передышка помогает восстановить силы и с хорошим настроением двигаться дальше. А вот и само Чертово Городище – каменный гребень высотой 20 метров. Несмотря на усталость, покорить вершину пытается каждый велосипедист, ведь это место с давних пор славится своей особой энергетикой и дарит силы даже самым уставшим путникам. Отдохнув и перекусив, отправляемся в обратный путь, ведь путешествовать на двухколесном друге придется еще около 15 километров. Но впереди уже виден финиш, и значит, трудный маршрут будет преодолен. Ольга Кострева, ФСК ТВ, Урал.